добавили и один русский офицер. Койтушке не расскажи, одна история, койтушке запомните за завелики вам живот отцы. Я работал в одном институте работал после окончания службы. И вот этот человек, Федор Ильич, я не помню фамилию его, к сожалению, он был лично я с ним знаком. Участник парада Победы нес фашистские знамена, бросал в мавзолей. В честь Победы в 1945 году. Спасибо вам, братушки, что помните. Браво!